Ваше превосходительство, господа послы, представители дипломатического корпуса, высокое духовенство, дамы и господа. Liebe Freunde, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesministerium für Inneres, Exzellenzen, Vertreter des diplomatischen Korps, Hohe Geistlichkeit, meine Damen und Herren. Сегодня мы собрались по случаю открытия обелиска память о советских военнопленных, погибших в 1941-1945 годах на австрийской земле. Heute haben wir uns zur Einweihung eines Obelisken zum Andenken an die sowjetischen Kriegsgefangenen, die in den Jahren 1941-45 ihr Leben verloren haben, versammelt. Более 80 тысяч павших в годы Великой войны советских граждан покоится в австрийской земле. Über 80.000 Menschen aus der Sowjetunion haben im Zweiten Weltkrieg ihre letzte Ruhe im österreichischen Boden gefunden. Здесь, у ворот номер 10 центрального кладбища Вены, похоронены 200 советских граждан из разных республик бывшего Советского Союза. Hier am Tor 10 des Wiener Zentralfriedhofes ruhen 200 sowjetische Bürger aus den verschiedenen Republiken der ehemaligen UdSSR. Благодаря кропотливой работе, как у нас говорят
на общественных началах российские и австрийские архивисты совершили маленькое чудо, восстановив 183 имени покоящихся здесь из 200. И я не сомневаюсь, что эта работа будет продолжена. Dank der mühevollen und wie man bei uns sagt ehrenamtlichen Arbeit von russischen und österreichischen Archivisten ist es gelungen, 183 von den Namen zurückzugewinnen. Und ich habe keine Zweifel, dass diese Arbeit fortgesetzt wird. Все эти годы эти люди считались пропавшими без вести. All diese Jahre galten diese Menschen als verschollen. Теперь у их родственников, у их потомков есть возможность получить достоверные сведения о об их трагической судьбе. Jetzt werden ihre Vorfahren und Verwandten die Möglichkeit haben, über ihr tragisches Schicksal Gewissheit zu erhalten. И другое маленькое чудо: удалось найти 4 семьи родственников, одну в России и 3 в Беларуси. Und noch ein kleines Wunder. Es ist gelungen, 4 Familien zu finden, eine in Russland und 3 in Belarus. Всеми участвовавшими в этой работе сделано огромное совместное благородное дело. Eine sehr hohe Tat wurde hier von allen Beteiligten vollbracht. Памятник, который мы сегодня открываем, является очередным свидетельством уважения, которое ощущают друг к другу народы наших стран. Das Denkmal, das wir heute einweihen, ist ein weiteres Zeugnis für den großen menschlichen Respekt, den das russische und das österreichische Volk füreinander empfinden. Пользуясь случаем, хотел бы высказать слова нашей искренней благодарности всем австрийским партнерам и друзьям за бережное отношение и уход за советскими воинскими захоронениями. Ich möchte diesen Anlass nutzen, um unseren österreichischen Partnern und Freunden aufrichtige Dankesworte für den sorgsamen Umgang und die Pflege der sowjetischen Kriegsgräberstätten auszusprechen. Мы очень ценим то, что это является не только договорным обязательством, но это и зов сердца. Для моих соотечественников и для меня лично это очень многое значит. Мы благодарим руководителя секции Министерства внутренних дел Австрии господина Файнера. Wir bedanken uns beim Herrn Sektionschef Feiner. Директора департамента госпожу Слеха. Bei der Frau Abteilungsleiterin Slecha. Ее заместителя господина Мандля. Beim Herrn stellvertretenden Abteilungsleiter Mandl. Конечно же, австрийский Черный Крест и его генерального секретаря господина Барту. Natürlich danken wir auch das österreichische Schwarze Kreuz und seinen Generalsekretären Barto. И не в последнюю очередь тех людей, которые действительно выступили инициаторами этого проекта, российское военно-историческое общество и его исполнительного директора господина Кононова, вам отдельная признательность. Und natürlich danken wir auch die Initiatoren dieser Veranstaltung, den Heeresgeschichtlichen Verband Russlands und seinen Geschäftsführer Kononov. Особо хотел бы выделить активное участие госпожи Ульрике Худштайнер, а также наших соотечественников из исследовательского центра «Память» Юлии Эгер и Александры Кольт. Ganz besonders möchte ich das Engagement von Frau Oberrätin Ulrike Hutsteiner sowie Frau Julia Eger und Frau Alexandra Kolb aus dem Forschungszentrum Memory hervorheben. Эти симпатичные девушки всем сердцем и душой практически в ежедневном режиме больше года занимались этой работой. Diese schönen Damen haben sich mehr als ein Jahr
was täglich mit dieser Angelegenheit mit Herz und Sinn beschäftigt. Особая благодарность председателю местного отделения Вюрниц и окрестности Австрийского воинского союза господину Норберту Глазлю. Spezieller Dank gilt für den Obmann des Ortsverbands Wörnitz und Umgebung des österreichischen Kameradschaftsbundes Herrn Norbert Glasl. Своей поисковой работой именно он придал первый импульс, в результате которого мы пришли к нашей сегодняшней церемонии. Seine Recherchen gaben den ersten Anstoß zu unserer heutigen Zeremonie. Благодарю всех за внимание и желаю нам всем мира. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche uns allen Frieden.